Музей Яд Вашем. Очень скорбное, очень тяжелое место, но очень важное для всех нас. Очень важное и для жителей нашей страны, вообще для всех, кто понимает, что подобная трагедия, трагедия еврейского народа, не должна повториться. И особенно сегодня, в то время, когда мы слышим разные интерпретации истории 20 века, истории Второй мировой войны. Это важно для того, чтобы мы все понимали, какое страшное бедствие представляет собой Холокост, как страшно смотреть на жертвы преступлений, совершенных в отношении целого народа, в отношении огромного количества людей. Мы в нашей стране стараемся делать все, чтобы память о жертвах Второй мировой войны, жертвах Холокоста, о погибших в этот период людях навсегда сохранялось в истории человечества. Только таким образом можно добиться невозможности совершения подобных преступлений в будущем. Сохранение памяти – это наша общая важнейшая задача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.